Всем привет! Девочки, сегодня мы с вами поговорим о летнем уходе, а именно, как помочь своей коже после солнечного воздействия. Очень часто бывает, что наскучавшись по солнцу, мы хотим быстро стать красивыми загорелыми красотками. И в эти дни очень сложно дозировать допустимое пребывание под лучами солнца. Я не исключение и легко могу перезагорать. Да, по тебе это видно. Солнце главновал-то и не прошло даром. Зачем ты так? Честно. Я хочу поделиться с вами суперсредством, знакомым еще с детства. Это средство является поистине скорой помощью при любых повреждениях на коже. Ссадины, порезы, ожоги. Это средство знакомо многим и называется оно бальзам-спасатель. Здесь могла бы быть ваша реклама. Но нет, это не реклама. Это средство содержит только натуральные компоненты и не содержит антибиотики и гормональные средства. С помощью бальзама-спасателя я буду делать маску. И сейчас я расскажу, как сделать маску после принятия солнечных ванн. И для нее нам понадобится гель алоэ вера, доступное средство, которое можно купить в любом магазине косметики или в аптеке, и, собственно, мазь-спасатель. Бальзам. Бальзам-спасатель. Есть и мазь, и бальзам, и крем, и спрей, и пена. Все что угодно. Я потом об этом расскажу. Реклама пошла. А теперь реклама. Для нашей маски нам понадобится 1/2 чайной ложки бальзама-спасатель и 1 полная чайная ложка геля алоэ вера. Все это мы тщательно перемешиваем и наносим тонким слоем на очищенную кожу лица. А также эту маску можно нанести на шею, область декольте и плечи. Это те самые чувствительные нежные места, которые загорают быстрее всего. Наносим нашу маску. Маска очень приятно и легко наносится. Охлаждает кожу после солнечного загара. Приятно ее холодит, освежает. Кстати, эту маску можно наносить и на область век. Кстати, про область век. Девочки, вы спрашиваете, какое средство поможет при дряблости век. Вот эта вот маска отлично подходит для того, чтобы наносить ее курсом на область век. Испробовано мной лично. Приятно пахнет очень. Эту маску мы наносим на 20-25 минут. Смывать ее не нужно. После того, как маска поработает на нашей коже, достаточно ее промокнуть сухой бумажной салфеткой или протереть кожу влажным ватным диском. Девочки, такую маску вы можете применять ежедневно курсом 5 или 7 дней. Бальзам-спасатель запускает процессы естественной регенерации кожи, повышает защитные реакции кожи, обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Масло облепихи в составе этого бальзама стимулирует процессы восстановления поврежденных тканей, а масло оливы смягчает и питает нашу кожу. Гель алоэ вера в составе нашей маски выполняет не менее важную функцию. Активно увлажняет кожу, охлаждает, устраняя жар и покраснение. Все, кто живет в России, могут приобрести этот бальзам в любой аптеке. В серии спасатель есть также и детский крем. В нем снижена концентрация активных веществ, и его можно применять даже для самых маленьких. Также есть спасатель пантенол в виде пены, который применяют при любых видах ожогов. Спасатель от мороза, который можно применять от обветривания кожи. И также есть спасатель форте, который применяют при ушибах и растяжениях. Для тех, кто живет за пределами России, у меня есть для вас прекрасная новость. Как я уже сказала, бальзам-спасатель содержит только натуральные компоненты. И подобный спасительный бальзам реально приготовить в домашних условиях. Если вам интересен рецепт такого бальзама, напишите об этом в комментариях.
и я с радостью поделюсь этим рецептом в одном из видео. Хочу добавить, что бальзам-спасатель можно успешно применять и для волос. Небольшое количество растереть между ладоней и нанести на кончики волос перед мытьем. А можно смешать с бальзамом для волос и нанести в виде маски на полотно волос. Такой уход отлично смягчает волосы и предотвращает появление секущихся концов. Кончиков волос. Мы выдержали маску положенное время и снимаем ее сухой или влажной салфеткой. Дополнительно можно протереть кожу влажным ватным диском. Крем после нанесения этой маски использовать не обязательно. Девочки, очень важный момент, на котором бы я хотела заострить ваше внимание. Вы часто спрашиваете, какие процедуры можно выполнять в летний сезон. Выскажу свое субъективное мнение по поводу пилингов. На сегодняшний день существует большое разнообразие пилингов, чтобы каждый мог выбрать для себя наилучший вариант. Есть пилинги поверхностные, кислотные, которые можно использовать летом. Только вот нужно ли? Дело в том, что даже поверхностный пилинг истончает защитный кожный барьер, не говоря уже о срединном и глубоком пилинге, которые можно делать только в осенне-зимний период. Стараясь осветлить уже имеющиеся пигментные пятна, вы можете усугубить проблему. Гораздо важнее в летний период использовать средства, которые повышают защитный барьер кожи. Поэтому все кислотные пилинги лучше отложить на осень-зиму. А вместо глубокого очищения в виде скраба лучше использовать мягкий уход в виде пилинга-скатки. В жаркий летний период не стоит проводить процедуры, нарушающие целостность кожных покровов, такие как мезотерапия и биоревитализация. Лучше заменить их безинъекционными процедурами – кислородная мезотерапия или глубокое увлажнение кожи с помощью ультразвука. Ультразвуковое увлажнение кожи вы, кстати, можете выполнить и в домашних условиях с помощью аппарата для ультразвуковой чистки обратной стороной лопатки в режиме фонофорез по гиалуроновой кислоте или любому другому гелю. На эту тему я снимала подробное видео, ссылку на него я оставлю в описании. Следующая процедура, которую нежелательно делать летом, это инъекции ботокса. Дело в том, что в летний период, в жару, ткани лица более склонны к отечности, а ботокс своим действием блокирует сокращение лицевых мышц. Нарушается лимфоток, ухудшается кровообращение и лишняя жидкость скапливается в ткани в виде отеков. Для того, чтобы расслабить мышцы лица, улучшить дренаж и кровообращение, лучшей процедурой являются микротоки. Их вы спокойно можете выполнять курсом в летний период. Следующая процедура, которую я рекомендовала у себя на канале, это фракционная мезотерапия с аппаратом DermaPen. По заявлению производителя, эта процедура является всесезонной. Я очень хорошо к ней отношусь, она эффективно борется с пигментными пятнами, постакне, и ее можно выполнять при куперозе для повышения плотности кожи. Но летом все-таки не стоит делать эту процедуру, как и процедуру для домашней мезотерапии с помощью дермароллера. При выполнении этих процедур нарушается целостность кожи, и есть хоть и небольшой, но реабилитационный период. И в этот период солнце может сыграть злую шутку. И еще пару слов хочу сказать о такой проблеме, как мелкие прыщики на лбу и щеках, которые высыпают в летний жаркий период. Прыщики могут появиться даже у тех, кто не склонен к угревой болезни или акне. Обильное выделение пота и городская пыль приводят к мелким воспалениям. В этот период желательно протирать кожу несколько раз в день термальной водой или заваривать аптечную ромашку или календулу, которые обладают противовоспалительным действием. При летнем акне можно использовать маски на основе цинковой мази. Цинковая мазь обладает абсорбирующим, вяжущим. Цинковая мазь обладает вяжущим, антисептическим и абсорбирующим действием. При местном применении цинковая мазь уменьшает проявление воспаления, раздражения и подсушивает прыщики. Маски с этой мазью можно применять 2 раза в неделю и наносить на 15 минут. Смывать мягким средством для умывания, а можно наносить локально на воспаленные места и оставлять на ночь. Стоимость цинковой мази всего 25 рублей, и ее можно купить в любой аптеке.
Кстати, оксид цинка, собственно, из чего сделана эта мазь, является основным компонентом во всех солнцезащитных средствах. И если вам интересно, я поделюсь с вами рецептом, как сделать солнцезащитное средство в домашних условиях. Напишите об этом в комментарии. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.